Всем привет, с вами Алиша Данси, вы попали на мой канал. И сегодня я снимаю новое интересное видео со своей подругой Машей. Всем привет. В сегодняшнем видео мы вам расскажем и покажем, что можно делать с подругой на ночевке. Ну что, поехали! План вечера, и это мы советуем сделать вам, так как это поможет вам запланировать ваш вечер и ничего не забыть. После планирования своего вечера мы решили отправиться на кухню, чтобы приготовить вкусненький ужин. Нам кажется, что готовить ужин с подругой это очень интересно и весело, поэтому попробуйте это сделать со своей подругой. Также мы не забыли про танцы, ведь какое веселье без танцев? После аппетитного ужина мы пришли в комнату и начали снимать видео в ТикТок. Но после зажигательных танцев мы отправились делать масочки, патчи, в общем, ухаживать за своим лицом. Лично нам это нравится больше всего на ночевке. Также в масочках можно снять красивые сторисы, сделать фотки в Инстаграм или даже поснимать ТикТок. Но пока мы держали маски на своем лице, мы решили устроить поиски сериала. Затем мы украсили комнату, чтобы было уютно и красиво. Сделали теплого какао, наложили себе вкусного шоколадного мороженого и отправились смотреть сериальчик. Но после просмотра интересного сериальчика мы легли спать. На этом наши советы и идеи для ночевки заканчиваются. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всех люблю! Пока-пока!